центре олимпийской подготовки «Авангард» состоялся 6-й тур чемпионата России по мини-футболу среди команд первой лиги. Турнир федерального уровня, прошедший при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, наш регион принимал впервые. В чемпионате страны омичи представлены клубом «Гамбринус», по итогам прошлого сезона завоевавшего право на повышение в классе. В Омской области мини-футбол достаточно популярный вид спорта. Он входит в программу областных спортивно-культурных праздников «Севера», проводится множество турниров. Успешное выступление клуба «Гамбринус» во всероссийских соревнованиях стало закономерным результатом развития мини-футбола в регионе. Вся пирамида футбольная, которая существует в Омской области, начиная от детско-юношеских секций групп школы Олимпийского резерва «Динамо». Вся эта пирамида построена на то, чтобы добиваться такого результата. Я думаю, что это далеко не самая высокая планка, которую достиг клуб «Гамбринус». Перед домашним туром «Гамбринус», дебютант соревнований такого уровня, входил в лидирующую тройку команд чемпионата. На своей площадке мини-футбольная дружина Омской области сумела укрепить свои позиции. Впервые представ перед своими болельщиками, «Гамбринус» одержал 3 убедительные победы. Я считаю, что мы своей игрой порадовали болельщиков, те, которые сегодня пришли на нас посмотреть. Игра давалась нелегко, соперник сопротивлялся. Мини-футбол в Омске только набирает обороты. И поэтому я думаю, что это придает особую пикантность данному виду спорта. Это заводит, это держит напряжение, хочется болеть, и хочется, чтобы именно наша команда занимала первые места. Впереди у омской команды еще несколько туров в чемпионате первой лиги и хорошие шансы на успешное выступление в турнире.